Опасно вообще. И это на ладом дышит, и это не сидит, а оторвут. На днях исчез руль в детской машине, остался только металлический штырь. Любое резкое движение может обернуться трагедией, говорят жители дома 2215. В вечернее время многие родители выходят с детьми на площадку. Игровые элементы представляют опасность, считают они. Да никто не смотрит, конечно, просто непонятно. 21 век на дворе, и такая самая, ну площадь, видите, какая большая площадь у нас. Здесь вообще можно такую прекрасную площадку сделать. Не знаю. Игровые элементы давно устарели. Это уже ни для кого не секрет. Однако жители беспокоят то, что никто не обращает на них внимания. Скамейка вовсе осталась без досок. Маленькие дети запросто могут провалиться. На детской площадке многоквартирного дома 2215 силами управляющей компании «Ремжестрой» будет произведена работа по демонтажу аварийной конструкции детского элемента. Это машинка. Срок до 17:00 сегодняшнего дня. Ремонт скамейки мы произведем в понедельник, так как заказаны материалы. По словам специалистов, дом 2215 в следующем году может попасть в республиканскую программу «Наш двор». Тогда для жителей сделают не только новую детскую площадку, но и капитально отремонтируют тротуары и внутриквартальные дороги. Лилия Хабибьянова, Кирилл Хабзин, новости Челны ТВ.